Для меня эта награда символизирует дух честной журналистики, которая живет в моих коллегах. Большое спасибо! Год выдался тяжелый. Муж хочет, чтобы я все бросила и рожала. И мной командует безмозглая малолетка. Все знают о твоей репутации. Что-что? О, господи! Какого... Я не могу упустить такую историю. 3 года назад Тони Плимптон признали виновной в убийстве мужа. Я хочу вам помочь. Или помочь себе. Так ты хочешь написать о том, как ты спасаешь черную женщину? Нет, история не про меня. Но ты ведь хочешь ее спасти, так? Меня волнует только правда. Ты типа умная, но колпак, похоже, не варит. Да и еще и прикид, как у бабки. В этой истории есть все. Оружие. Несправедливость. Убийство. Ты ее не получишь. Откуда мне знать, что меня не кинут? Откуда мне знать, что ты не убийца? Ой-ой! Хочешь помочь? Оставь меня в покое! Ты кто? Бет Бёрджесс, журналистка.